Добрый день, дорогие друзья! Приветик, поздоровайтесь! Мы сейчас идем в магазины мерить одежду. И как раз я решила сделать соответствующее видео, которое меня просили показать одежду. А то все время это продукты. Вот, просили, и был заказ показать магазины одежды. Собственно, туда мы и идем. Всем известные бренды. Вообще покажу примерно свое мнение, какие мне нравятся, какие примерно цены, какие не нравятся, да, что почем. Поехали. Так, ребята, обычно с этой площади начинаем наш шопинг, потому что здесь начинаются магазины. Кстати, вот там Decimas, это из спортивных мне нравится магазин. Здесь у нас Stradivarius всем известный, да, но, честно, там ничего особо не покупала, потому что, вы не поверите, я туда не могу зайти. Там очень яркий ароматизатор, я не знаю, что там, воздуха, от которого начинается нереальный кашель сразу, когда я туда захожу. Нигде такого нет, просто удушающий. Поэтому этот магазин выпадает. Но я вижу, что испанцы очень любят Stradivarius. Многие, я смотрю по пакетам, знаете, когда идешь и видишь шопинг, то есть больше всего каких пакетов, с какого магазина? Конечно, больше всего это Zara, однозначно. На втором месте, наверное, скажу, здесь Stradivarius. Но здесь, понимаете, в городе, в центре, и магазины, то есть выборочные, не все же есть, да? Дальше, здесь у нас Ойшо. Здесь, знаю, знаете вы, нет, да? То есть это в основном женское белье, купальники. Но здесь, кстати, очень хорошая есть одежда льняная. Есть вот шлепки у меня, допустим, отсюда вот такие. И в основном белье женское и купальники. Купальники, вот, допустим, 17,99, это верх, всегда идет отдельно, то есть трусики всегда отдельно. И 15,90, то есть где-то 30 с чем-то будет за купальник. Это средняя цена здесь, то есть здесь меньше 30, наверное, и тяжеловато будет найти вообще купальник, в принципе. Вот такой тоже есть. Вот сейчас очень модные вот эти сетчатые сумки. 22,99. И здесь много вот такой одежды из льна. Пляжной, но и не только. Здесь брюки очень хорошие, льняные шорты, которые не пляжные, да, то есть повседневно можно носить. Вот, допустим, из льна шортики. Очень хорошего качества. 20 евро, 19,99. Разные есть цвета. Вот купальники тоже симпатичные, верхушки, в общем, 17,99, минимально 19 и выше. Видите, какой певец? Следующий магазин, который вот так называется, Сфера, он, в принципе, довольно бюджетный. Из всех, которые здесь можно найти. И женская одежда бюджетная, и детская. Мне здесь нравится детский отдел. В принципе, несколько было здесь покупок. Так что давайте зайдем. Вот здесь, допустим, сарафанчики довольно бюджетно. 15,99. Именно из катона мне нравится. И за 15,99 цена очень хорошая. Вот, расцветки, конечно, на любителя, но здесь можно... Ну, вот такое бюджетное, то есть найти. Мне нравится. Здесь 13,99, вот такой вот комбинезончик. Это не платье, это комбинезончик, допустим. Тоже цена хорошая. Вот такое, смотрите, как футболка-платье. 13,99. Тоже цена очень хорошая. Поэтому этот магазин такой бюджетный. Футболки здесь, смотрите, допустим, по 4,99. Маечки такие всякие, да? Вот, 4,99.
такой розовый сарафан, допустим. Яркий, красивый цвет. Но этот подороже. 35,99. Ну, ребята, я вам скажу, что 30-40 евро это здесь для хорошего вот такого сарафана, платья. Ну, эта цена нормальная. Это средняя цена здесь. Вот мы в детском отделе. Вот, допустим, такие платьюшки, как в H&M, да, здесь по 7,99. Катоновые, яркие, классные. Что тут еще хотела вам показать? Вот такие самые обычные футболочки, просто 3,99. Без никаких, здесь одна такая надпись. 3,99. Такие с бахромой по 5,99. И маечки, и шортики. Вот здесь, допустим, в отделе для мальчиков бюджетные футболочки 3,99. Очень, кстати, неплохие, смотрите. Такая вот с надписью. И вот голубенькие. 4 евро всего. Вот белая есть. Разные размерчики. Так, ребята, а вот здесь самые известные, наверное, бренды всем точно. Это справа Zara, слева H&M. Тоже там есть детские отделы, но мы сейчас идем не туда. Я вам хочу показать мой один из тоже самых любимых магазинов сейчас здесь. И вообще, в принципе, и для деток там хорошая одежда, и для женщин. Это C&A. Мы сейчас туда пойдем. Там огромный, хороший выбор всего. Цены, скажем, не самые бюджетные, но есть, можно выбрать хорошие, вообще обалденные варианты, что детской, что женской одежды. И мне очень нравится у них качество вещей. Качество на высоте. Вот этот магазин. Итак, мы заходим, ребятушки. Сейчас я вам хотела показать тут примерно сейчас цены. Шорты 20 евро, 17,99. Вот такой вот сарафанчик очень интересный с пояском. 15,99. А здесь под джинс. Легенькое такое все летнее, да? 25,99. Но это комбинезончик, да. Вот такое тут платье, тоже хорошая цена. 12,99. Видите, в полосочку. Вот здесь по 12,99 платьишко. И выше, конечно, тут идут и по 20, и по 25, и так далее. Блузочки 9,99. Вот такие блузочки с рукавчиком 12,99. Вот такое платье, допустим, 30 евро. Джинсовка 35 евро. Джинсовая юбка 25. Здесь детский отдел. Я сегодня здесь уже покупала вещи. Очень, смотрю, мне очень нравится это качество. Но здесь в основном все очень-очень летнее. То есть на Соне нет даже ни одних штанов, чтобы вы понимали. Именно просто спортивные штаны обычные. Здесь нет. Здесь уже все такое летнее-летнее. Но мне нравится, что здесь наборчиками часто идет вверх и низ. Ну, очень приятный, кстати, сарафанчик. Мне нравится. Мне нравится ткань, такая вообще классная. Можно завязать впереди, можно сзади. И цвет такой освежающий. И цена вообще шикарная, считаю, 15,99. Он как бы не выглядит даже на эти деньги, мне кажется. Очень хорошая ткань, так что... Ну вот это, конечно, такое покороче, более облегающее. Более, наверное, такой вариант прям для идеальных фигур. У меня не такая, так что мне оно не очень, скажем так. Хотя нет, само по себе очень хорошее тоже качество, супер. И цена, я тоже считаю, в этом магазине на вот эти вот вещи шикарно. Друзья мои, продолжаем экскурсию по испанским брендам. Что хочу сказать, что все магазины, которые я в этом видео, практически все, которые буду показывать, это испанские бренды. Надо было это сказать в начале. Это и Страдивариус, это и Ойшо. Это, естественно, сегодня покажу вам самые известные
самые популярные в мире бренды испанские, такие как Zara. Zara это самый популярный бренд, и я вам скажу, что здесь, я уже говорила, по пакетам, судя, испанцы обожают этот магазин. И не зря я вам сегодня это покажу. Кстати, впереди мы видим с вами еще Pull&Bear, тоже испанский бренд. Что хочу сказать про Zara. Zara отличается от Zara в Украине, однозначно отличается пошивом, качеством, вообще вещами. Здесь мы поняли, почему они любят Zara, потому что раньше я к Zara относилась так себе, потому что я считала, что у нас в Украине цена и качество не соответствуют. Но, конечно, и в Европе Zara, она другая. И здесь Zara самая лучшая, наверное, которую я видела. Кстати, вот мы с вами заходим на улицу магазинов. Еще есть такой магазин Кортифьель. Я его открыла для себя здесь, хотя он в Киеве у нас тоже есть, по-моему. Но я никогда не заходила, не смотрела. Здесь я даже кое-что купила себе. Цены здесь, здесь просто хорошие скидки были. Цены здесь выше, чем в других магазинах Zara, как и H&M, то есть тут выше. Но качество здесь обалденное. Здесь очень-очень качественные вещи. Цены, конечно, здесь тоже ого-го. То есть здесь есть платья и по 100 евро и так далее. Но можно найти на скидках хорошие вещи. Я когда берешь даже ту же футболку в руки здесь, мне очень понравилось. То есть это тоже испанский бренд. Но сегодня, ребята, мы говорим с вами про Zara. Я вам покажу сегодня примерно цены. Кстати, отдельным магазином является прямо здесь рядом. Это Zara Home. Там очень красиво. Но это нужно, знаете, отдельно делать обзор. Я буквально 2 секундочки зайду и вам покажу, какой здесь красивый интерьер. Здесь просто можно гулять и, ну, я не знаю, наслаждаться вот этими мелочами, этими моментами. Здесь запах приятный, кстати. Здесь каждая, видите, подобрана, подушечки, все сложено. В общем, я сюда зашла и сказала просто вау, потому что здесь очень круто в магазине. Вот. Конечно же, мне здесь ничего не нужно, потому что своего дома нет здесь, да, то есть нам на эту квартиру, в принципе, бессмысленно покупать что-то, но если вдруг что-то нужно, там для дома, тапочки, халаты, здесь настолько какой-то выдержанный стиль. В общем, мне, всем привет, очень-очень понравился Zara Home. Кстати, вот очень симпатичные стаканы и бокалы по 3,99 евро и 2,99 со стрекозками. А вот большие стаканы классные. Это такой тяжелый, евро 99. Вот бокал. Очень тоже красивый. 2,99. Очень много льна. Здесь в Заре по 30 евро. Это такие оверсайз рубашки, а есть более приталенные. И тоже разных цветов, ребята. И из льна много есть. Рубашки, брюки, то есть туники. Из льна очень много вещей, а также джинсовых. Хит, наверное, этого сезона, зеленый цвет, 29 евро рубашка и вот такие брюки. Брюки тоже 30 евро.
Шорты мне очень нравятся. По 22,95. Есть зеленые, джинсовые, белые, черные. Шорт очень много. А также вот такие джинсы 29,95. Видите? Вот такой вот бахромой. Разные цвета. Футболки начиная от 9,95. А также вот такие брюки мне нравятся на поясе. Тоже по 30 евро. Вот сарафаны по 30 евро. Вот шортики из льна 19,99. Вот джинсы классические более 19,95. В общем, по 20 евро вот такие вот. Тоже симпатичные. Качество хорошее. Также есть обувь, кроссовки. В основном, ребята, вот средняя цена в Заре это 20, 25, 30 евро, вот так. Но, в принципе, можно за эту цену взять очень хорошую вещь. Или рубашку, или льняную вещь, да, или джинсы, или джинсовые шорты. И мне нравится качество, то есть одежда мне нравится. Единственное, что нужно подобрать, конечно, что вам более, какой фасон нравится. Есть более классические варианты, есть такие более экстравагантные, конечно. Вот видите, платье, допустим, более классика. Кстати, зеленый цвет, опять же скажу, довольно широко представлен в Заре. Вот эти сарафаны, платья с такими рюшиками мне очень нравятся. Есть в голубом цвете и в черном. Они по 25 евро, но выглядят просто шикарно. И вечером в Зару лучше не заходить, потому что каждый вечер настолько много людей. Огромная очередь на кассах на всех этажах, потому что в Заре 3 этажа, мужской, женский этаж и детский. И вечером это просто апокалипсис, потому что столько людей покупают одежду, что иногда просто невозможно пройти, даже что-то рассмотреть. Вот насколько я вижу, как они любят Зару. Благодарю за просмотр. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, напишите, какой магазин вы хотели бы, чтобы я еще сделала осмотр, да, такой обзор. H&M, Манго или какой-то прям истинно испанский бренд, не очень известный, но обычный такой, скажем, магазин одежды. Напишите в комментариях, я буду ждать. Всем пока-пока.